Да, скажи всем привет. Ты должна сама говорить. Что? Ты должна сама говорить. Сама? Скажи всем привет, с вами канал ДТВ. Я должна говорить, Ника. А что я? Добрый 10221. Всем привет, с вами канал ДТВ. Не могу, Ника. Всем привет. Скажи всем привет. Ника. Ну скажи всем привет. Не могу. Почему? Потому что. Думаю, сам испортила. Все, ладно. Вот, учились профессионала. Так, всем привет, друзья, с вами канал ДТВ. И сегодня мы будем делать неоновый слайм. Он называется неоновый жук. Это, как всегда, от Master of Slimes. Набор для изготовления слайма. Ну что ж. Рецепт, ты посмотрела тот же самый. Ты отказалась сниматься в суперканале ДТВ, извини. Вот, ну что, давайте распакуем. Мне уже не терпится, у меня еще ни разу практически, не знаю, не было такого неонового. Неоновый, это значит, что он будет светиться в темноте, да? Да, любой, так яркий. Сделай сам. Вот, у нас сзади, как всегда, написан рецепт. Один супер перчатки. Вау! Перчатки вот точно будут в контейнерах, потому что в прошлый раз мы не могли найти перчатки. Оказалось, все гораздо проще. Ага. Пи-пи-пи. Мы думали, их не положили, такие сами. С вами канал ДТВ. Опа! Ну, слава богу. Господи. Ну что ж, вот тут палочка для смешивания. А вот и положили перчатки. Ура! Ну что? В контейнер мы уже положим готовый слайм. Ага. Сейчас нам нужна подстилка. Сейчас. Вот я положила нашу подстилку. Давайте сначала себе встанем. Подстилку. Это, ну, вот. Так, рабочее пространство. Да, вот. Так, это на слайма. Что в набор входит? Масюсенький активатор. Что ж ты хотела за 200 рублей? Ага. А, эта штука. Знаю. О, а вот сам клей, да? А я знаю. Такс. Ну что, штука, если мы порвали... Инструкция, да? Вот это, как я в прошлый раз помню. Что вот порвали? Ну, вот это. Тут специально для таких, как я, есть такие штуки. Инструкция называется. Даже вот это. Это в этой штуке есть эта штука. Вот именно. Это философский. Ты поняла? Скажи, с вами канал ДТВ. Канал ДТВ Совского. Молодец какая. Ну что ж, давайте правила безопасности мы всегда не будем читать. Так. Правила безопасности нужно соблюдать. Ну, наверное. Давайте откроем, потому что даже перчатки и красители. Такой. Давай, первое, мы надеваем перчатки. И что ж, пироги? Нет, я делаю колбаски. Колбаски? Ну, давай, делай колбаски. Я не ужинаю, я на диете. Да. Давайте, чтоб... Вот так. Будем красить голову. О, смотри. О, это как реклама посмотрите. Да, всем привет. И у меня новая помадка. Да. И для этого ты одеваешь перчатки. Одеваю перчатки, да. Потому что у меня маникюр. Ну что, давайте. Так, ну давай. Так, хорошо взболтать клей. Ну, короче, вот так. Ты тут даже написано. Вдруг кому-нибудь... Что хорошо взболтать. Не вот так вот, не вот так. А вот не так вот. А просто хорошо взболтать. Не сказали, сколько времени, так что я за одну секунду... Так такого. О. Какого-то. Зачем это вообще надо? Зачем? Ну, обязательно. Мы же не знаем, сколько эта коробка пролежала. Да. Кто-то будет да я кто-то будет найдя. Так, ну взболтали мы. Нет, давайте еще. А вдруг я что-то не так делаю. Да, здесь все очень сложно. Вот давай ёлку, когда будет найдя. Ну, короче, так, Сань. Давай ёлку,
мы сделали что-нибудь. Приятно. Это мозги? Так, теперь... Ой, Юха, это такая мозга. Это очень много. Ладно, мы ускоримся. Раз, два, три. Оп, перемотали. Это было очень долго. Мы тут полчаса это делали. Да, мы просто носик обрезали. А, ну, раскрыли наш секрет. Так, ну давай, что дальше? Так мало? Так. Добавить красивый с пакетиком. Тщательно перемешать. Зелененький, да? Я хочу без перчаток это сделать. Ножнички, но я не хочу. Вот этих мозги. Ладно. Смотри. Не знаю, на палочке. Палочка. Палочка нужна, Доминике. О, это мороженое. Пим. Ой. Проститесь. Слушай, сейчас Никулечка будет размешивать. Таких мозгов. Чтобы был зеленый жучок. Да, ужас какой. На перчатки. Зачем они мне нужны вообще? Давайте промешиваем. Чтобы был зеленый неонка. Таких мозгов. Ой-ой-ой. Даниэла, мы поняли, да. Мы все поняли. Спасибо. Вот такое мороженое неонка. Мороженое мозги. Мороженое мозгу. Все, короче, мы перемешаем. Так, чего? Аккуратно пересыпать это. Данечка. Это светящийся порошок. А, это за счет чего он будет светиться, да? Да, это у нас самое главное. И вот так мало вообще. Ну, значит, там много не нужно. Ой, это не знаю, знаю. Ты все спишь? Я знаю, это и кусочек маленький. Даниэла, ты знаешь какой-нибудь анекдот? Да, знаю, знаю. Ну, расскажи, чтобы мы все посмеялись. Посмеялись. Ну? Таких посмеялись. Ну что, давайте. Яблоко промешаю. А теперь самое важное. Сказали добавить активатор, но я не знаю, сколько активатора. Значит, нужно. Всю коробочку, правильно? Такую маленькую колбаску делаем. Такую маленькую не колбаску. А клюк какой-то. Мы делаем. Я надену перчатки. А вдруг я захочу потрогать? Ну что, давайте я замечу. Смотрите, такой мячик. Молодец, так. Танюша сделала мячик сама. Так, такой мячик. Давайте пока что так оставим, перемешаем. Если он будет еще нет, то такой еще мячик, добавим. Вот такой колбаса. Ай, какой блинчик. Блинчик. О, помнишь фильм «Охотники за привидениями»? Вот там был такой. Ти-ти-ти-ти-ти. Привидение зулюное. Привет. Такое немного бассейн. Такая небольшая. Такой, не знаю, знаю. Вот такой. Ну как? А ты активатор весь вылила? Нет. Вылила только на двоих. Все, руки вода, буду перемешивать. Вот такое рука-то. Посмотрите. Да, Данюш, спасибо большое. Липнет. Липнет? А все, весь активатор ушел? Нет, не весь. Ну, давайте. Давай весь, смысл нам остановить. Да, чуть-чуть. В итоге Доминика все приклеила. И так и не светит. Все, весь? Почти. Так, посмотрим. Бабасина как... Вроде бы ничего не осталось. Все прилипло? Ой. Так, это короче. Так, погоди. Бе. Так, бассейн у нас плёванная.
каточка. Ну что? Липнет. Липнет? Ну давай сейчас ты его доделаем и мы посмотрим на результат. Хорошо? Хорошо. Ну вот так у нас получилось. Немного рвется, но все равно мне очень нравится. И с вами я, Доминика. И всем пока-пока.